Совместное совещание правительства Приморья и глав муниципалитетов края открыл губернатор Олег Кожемяка. Самых активных общественных наблюдателей Приморья поблагодарили в торжественной обстановке. Общественные наблюдатели помогают контролировать, как идет создание различных объектов в регионе. Неравнодушные приморцы следят за ремонтом спортивных залов в сельских школах, благоустройством общественных пространств, реконструкцией дорог, строительством детских садов, спортивных площадок и других объектов. На сегодняшний день в крае работают более 200 народных контролеров. Это очень серьезная опора и помощь власти. Это та работа, которую видят сотни тысяч жителей, потому что никакая власть, никакой там заказчик не в состоянии проконтролировать весь процесс на протяжении, скажем, всего этапа строительства, как это могут сделать общественные наблюдатели. Глава региона поблагодарил участников встречи за активную позицию и неравнодушное отношение к судьбе своих муниципалитетов. Благодарственных писем губернатора Приморья удостоились самые инициативные народные контролеры и главы муниципалитетов, которые внесли личный вклад в развитие Института общественных наблюдателей. Институт общественных наблюдателей используется как инициативные группы по созданию той или иной комфортной среды. Потому что они живут среди людей, общаются, они лучше понимают то, что необходимо. Напомним, Институт общественного наблюдения, созданный в Приморском крае в 2019 году, был признан одной из лучших российских практик по вовлечению населения в решение задач регионального значения. Активисты делятся наблюдениями с представителями местной и региональной власти, включая губернатора и председателя правительства Приморья. Такая обратная связь позволяет устранить недочеты в работе подрядчиков, делать возводимые объекты такими, какими их хотят видеть люди. Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.